утро. Не скажу, что оно доброе. Всю ночь мне любвеобильные соседи не давали поспать. История с Австралией повторилась. Сейчас увидите небольшой отрывок из этого ночного действа. Снова, как все домой, да? Хорошо в одном зале работать. Что, не стерли рекорд? Yeah!
охуенный. Как оно называется? Трактор. Deeper, deeper, yes. Full snatch. No, this start position too wide. Your feet too wide. In final position, sit down deeper. Okay? Yes, this good, this good. I like. This is too fast, too fast, too fast. Slow down, slow down. Don't rush. Legs! Yeah, bravo! Я вчера в последнем видео рассказывал о том, какие бывают штангетки. Вот сегодня в наш зал пришли два человека с новыми штангетками. Первый я вам покажу вот очень необычные штангетки, пожалуйста. Это хер поймешь, как называется. Лондонский гламур. Но это Reebok. Есть еще наши друзья, японцы, которые делают хорошие штангетки, которых я много поднимал. Да. Что мне привезли? It's very good, very good. Правда, дорогие, зараза. Вот это классный штангет, классный. Но стоит 400 евро, охереть. 400 евро. No bad. Yeah.
грип, фул грип. Закончился сегодняшний рабочий день. Мы едем отдыхать. И я скажу, что моя поездка в Лондон закончилась очень хорошо. И следующий семинар мы будем делать уже в Оксфорде. Там, где мой отец хотел, чтобы я учился вместо штанги. Мне очень интересно посмотреть, что же такое Оксфорд. Потому что был выбор только между Оксфордом и Кембриджем. Хорошо, что Айдар Флюрич настоял на то, чтобы батя отдал меня в штангу. Опять темно.